Добрый вечер, уважаемые телезрители. Православная программа «Святой Гриша» рада приветствовать вас в прямом эфире в студии Елены Бурдейны. Я с радостью представляю нашего гостя, иерея Сергия Акашева, клирика храма «Входа Господня» в Иерусалим в Бирюлеве. Добрый вечер, Елена. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Да, мне приятно, что вновь видеть вас в этой студии, а тема нашей сегодняшней передачи – «Цель христианской жизни». Ну, нужно сказать, что, наверное, эта тема касается не только церковной части жизни человека. Отец Сергий, ну вот раз есть цель, значит, есть средства, а значит, нужно немножко разобраться в том, что это такое, разобраться с понятием. Ведь непонимание или путаница – это причина многих ошибок больших. Ну, конечно, цель христианской жизни, как, собственно, и жизни каждого человека вообще, она довольно схожа, поскольку, собственно, человек, он имеет одну природу, да, и как имеющий одну природу, соответственно, он и назначение тоже, конечно, имеет одно и то же. Господь создавал этот мир для того, чтобы в конечном итоге человек был наследником, участником его божественной благости, в любви с ним пребывал и единился. Это как бы главная человеческая цель, человеческое предназначение, назначение. И, собственно, лучше всего об этой, наверное, цели человеческой жизни у нас мы можем увидеть в беседе преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым, который как бы уже конкретно о христианской жизни говорит. И поскольку, собственно, христианская жизнь, она является единственной правильно единящей человека с Богом, то, собственно, и общечеловеческая цель, она, наверное, может рассматриваться как в контексте только вот подлинного и настоящего христианского угождения Богу. Вот. А наиболее емко, просто и понятно об этом, собственно, говорит преподобный Серафим Саровский в своей беседе с Мотовиловым. Поэтому как бы к ней можно для этого и, собственно, обратиться. Вот. Вот. Что мы видим в этой беседе? В этой беседе на искание Мотовиловым о том, что, собственно, в чем заключается суть христианской жизни, преподобный Серафим прозорливо, встретив его, он ему обнаружив его, собственно, вот это искание, да, неудовлетворенность ничеми, какими-то земными и в то же время христианскими внешними подвигами, там, трудами, постами, милостыней, вот, он ему говорит, что все это является только лишь средством христианской жизни, а средство имеет и определенную цель. Цель же жизни является, собственно, в этом единении с Богом человека, а это единение, оно осуществляется посредством стяжания божественной благодати Святого Духа. Вот. И, собственно... То есть главное все-таки это не вот внешние какие-то проявления, да, а внутреннее состояние души человека. Но здесь вот ее расположенность идти по этому пути к цели. Внешние здесь проявления, они свидетельствуют о внутреннем намерении человека быть с Богом. То есть они без внешних условий вот этого внутреннего состояния его достичь невозможно. То есть просто как бы верить в душе... Да, это скорее больше такое похоже на протестантов, которые как бы говорят о том, что вера достаточно только лишь для спасения, а дело как бы это вещь, ну, не нужна исключительно. У нас же не так в православной церкви. У нас говорится о том, что, собственно, дела, конечно, человек сами по себе не спасают. Да, но делами человек показывает Богу свое намерение того, чтобы быть с Ним, единиться с Ним и с Богом как бы в любви пребывать. Но, собственно, само дело, оно только обнаружит человеческое намерение, поскольку... Ну, собственно, его недостаточно. Да, через дело он пытается, само дело он пытается использовать как инструмент к стяжению вот этой божественной духовной благодати. Вот, и здесь как раз преподобный Серафим об этом, собственно, и говорит, что все вот эти внешние наши христианские дела и посты, и труды, они являются только для того, чтобы вот эту божественную благодать в своей жизни приблизить и в своей жизни воплотить. Вот, собственно, это главная задача христианской жизни и заключается. Поэтому и так и получается. Вот. Ну, вроде как бы мы как будто все и сказали, да, отец Сергий, с задачей, с целями определились. Но вот известные, наверное, всем слова батюшки Серафима «стяжание Святого Духа», да, вот это цель христианской жизни. И когда Мотовилов удивляется, как же стяжание? Я что-то этого не понимаю. Вот почему именно такое слово «стяжание» употребляет батюшка Серафим? Стяжание. Стяжание – это как некоторое такое накопление. Да, соответственно, божественная благодать, присутствие божественной благодати в нашей жизни, оно
всегда есть, поскольку все, собственно, в нашей жизни, оно движется и содержится Божественным Духом. Да, но, соответственно, это стяжание, оно может как бы и иметь определенной степени духовное возрастание. Да, и мы накапливаем Божественную благодать, как бы очищаем свое сердце для того, чтобы Бог постепенно в нашу жизнь входил вот, посредством, собственно, нашей такой богоугодной жизни. Стяжание — это есть такие богоугодные дела, которые вот эту Божественную благость в нашей жизни привлекают. Кроме того, собственно, человек — существо трехсоставное, да, и дух человеческий, он имеет способность к тому, чтобы с Богом единиться и Бога как бы в своей жизни как бы воспринимать. Вот об этом, кстати, надо сказать, что вот говорил, собственно, самое яркое и известное учение о Божественной благодати — это учение святителя Григория Палама в его паламитских спорах с преподобным, с Варламом Калабрийским монахом. Вот, собственно, в этом учении святитель Григорий Палама, и, собственно, наиболее тоже понятно и доступно объясняет, что такое, собственно, сама является, чем она является, вот эта Божественная благодать. Он говорит о том, что Бог по существу своему, он неприступен, непознаваем, непостижим для человеческих чувств. Он как бы существо божественное, оно абсолютно духовное, и поэтому как бы человек не может его воспринимать никакими своими физическими и духовными даже рецепторами. Он абсолютно как бы недоступен. Но в то же время совечно Богу, его существу, ему свойственно вот эта его божественная сила, божественная энергия. Да, эта божественная энергия, она как бы является наполнением вот этого мира, через нее все содержится, в ней все движется. Вот. И, собственно, человек имеет способность в себе вот эту божественную энергию воспринимать, ощущать и через единение с ним как бы усваивать ее, да, и как бы делаться частью, чтобы эта божественная благодать делалась частью его естества. Через это единение с благодатью, через это накопление вот этой божественной силы, он и в сущности своей единицы с Богом. Да, мы все призваны к единению с Богом, когда еще Христос тоже в первосвятительской в своей молитве во время Гефсиманской молитвы говорит о том, что да будут нас все едины. Вот это, собственно, единство с Богом, оно и осуществляется посредством вот этого духовного единения через усвоение божественной благодати. Такая основная сложность для людей, вот, живущих здесь, в земной жизни, с земными проблемами, вот это выстроить для себя, в каком направлении двигаться для стяжания. Ведь нам понятно, что там стяжать там, материальное, там, продукты, дом, там, одежда. Это понятно. И это, к сожалению, зачастую занимает главнейшее место вот, в жизни, в земной жизни человека. Угу. Как немножечко себя перенастроить? Как вот жажды, вот эту жажду в себе ну, как бы вырастить, жажду Бога? Угу. Жажда Бога, как сказать, как говорится, аппетит приходит во время еды. Да, собственно, и жажда Бога, наверное, она, собственно, и реализуется по мере нашего к нему устремления. Но на самом деле бывает поначалу даже не так всегда обычно. Когда православные христиане начинают обычно воцерковляться, то Господь, он дает ему вкусить ту духовную сладость, да, и радость от общения с ним, от единения с ним. Да, и как святитель Феофан Затворник говорит, что эта духовная радость, она сродни тому состоянию, которое испытывают те люди, которые духовно уже находятся на высоком степени преуспеяния. Далее, когда Господь уже показал ту некоторую определенную цель, да, и в некотором смысле он, как сказать, уравнял тот прежний его опыт жизни с тем новым, которым у него открывается в православии. Да, он показал ему то, что божественная благодать, единение с которой, оно на самом деле во много крат превосходит все те земные как бы, утешения и радости. Да, и, собственно, когда человек находится в этом благодатном, одухотворенном состоянии, то все это земное, оно кажется чем-то таким тщетным и маловажным. Вот, и Господь в некотором смысле потом умаляет свою вот эту подачу божественной благодати для того, чтобы человек уже своим собственным произволением желал бы ее в своей жизни воплотить. Собственно, если человек начинает пренебрегать вопросами о своей духовной жизни, то потом она даром уже ему не подается. Да? То есть он уже должен употребить усилия для того, чтобы ее вновь в своей жизни воплотить и как бы вкоренить. И тогда через покаяние, через как бы, свои посильные заботы о своей духовной жизни, он ее вновь воплощает. Но, собственно, здесь, наверное, стоит поговорить, собственно, о потребностях человеческих. Да?
Человек – это существо трехчастное, да, и у него есть тело, есть душа, и есть, собственно, тот дух, о котором мы с вами говорим, который, собственно, и единит человека с божественной силой, с божественной благодатью. Вот, и, собственно, каждая из этих частей имеет свои определенные потребности, да, поэтому и телесные наши потребности, их никуда не выкинешь, да, все они, это не есть необходимость для того, чтобы человеку нормально существовать и функционировать, и душевные потребности в общении, в каких-то творческой реализации, все они тоже присутствуют. Но во всех этих трех частях есть определенная иерархия, да. Здесь дух человеческий, объединенный с Богом, он имеет первостепенную ценность, да, и, соответственно, потребности и вкусы вот этого Божественного Духа человек для себя должен ставить на первое место. Соответственно, если он в жизни своей руководствуется тем, чтобы изначально угодить Богу, то потом вся его жизнь, она через вот эту вот как бы главную, основную цель, она начинает постепенно выстраиваться. То есть выстраиваются его и душевные потребности, и телесные потребности. Если же душевные или телесные потребности начинают как бы главенствовать, начинают занимать первенствующее место, тогда, собственно, что получается? Человек, он как бы изначально, априори, он создан для того, чтобы быть счастливым, да, чтобы быть в радости. Соответственно, вот эти вот искания радости, она онтологично как бы ему присуща, он начинает просто проецировать на свои либо телесные, либо душевные потребности. Собственно, телесные потребности, это как бы у нас такой был гедонисты такие были, да, которые, собственно, ну, желали... Занимались только этим в жизни. Да, только удовлетворением своих телесных потребностей. Ну, конечно, счастья, конечно, в этом никакого нет. Человек услаждается самыми низменными. Но, собственно, счастье – это категория, конечно, не телесная. Вот человек душевный – это, наверное, тот человек, которым можно было, наверное, сравнить с человеком, который, как бы, может, карьерист какой-нибудь, или там творчески пытается себя реализовать, или там в своих каких-то музыкальных талантах, или в науке, может быть, да. Вот человек, который всецело себя этому посвящает, но, соответственно, его единение с Богом, оно также остается на втором плане. Их, собственно, может быть хорошо, если человек только лишь занимается вот такими вещами благородными, поскольку они сами по себе, конечно, душу человека формируют, они его настраивают, потому что учат его, как бы, как сказать, преодолевать какие-то, может быть, трудности, которые также связаны с его жизнью. И в некотором степени они также сродни и духовному такому подвигу. Но, собственно, это еще не человеческая жизнь. Человеческая жизнь начинается, когда все его три части, да, они одинаково удовлетворены. И, собственно, человеческая жизнь начинается, когда духом человек начинает единиться с Богом. И, собственно, если это происходит, то тогда и вся жизнь его постепенно начинает как бы вот выстраиваться. Конечно, вот в чем заключаются вот эти духовные потребности, хотелось бы, да, наверное, сказать. Но это вопрос такой не очень, может быть, простой. И в каждой жизни, самое интересное, он может реализовываться по-разному. Все дело в том, что все вот эти наши житейские и душевные дела, они в некотором смысле могут служить к тому, чтобы и Богу тоже угодить. Да? Соответственно, мы верим, что Господь у нас промыслитель, да? Все обстоятельства жизни, которые у нас в жизни появляются, все они появляются не так случайно. Как говорят, что Господь с нами разговаривает языком обстоятельств, а человек языком поступков отвечает. Да, да, да. И получается так, что человек, занимаясь обычной своей бытовой деятельностью, да, но в то же время, как бы, если она не предусудительна, если он там не убивает людей, там, или не занимается чем-то таким преступным, да, если он занимается обычной своей рабочей, служебной деятельностью, если он делает ее добросовестно, в некотором смысле посвящает свое такое добросовестное исполнение дел Богу, то в этом как бы и начинается его вот тоже такой вот путь духовного богоугождения. Все, главное понимать, что вот Бог должен быть на первом месте. Соответственно, если мы желание угодить Богу ставим в главе всего, то, собственно, это желание, оно постепенно нашу вот эту жизнь и выстраивает. Отец Сергей, представляете, сколько человек тратит времени, например, чтобы вот опытным путем прийти вот к этому заключению, да? Сначала какую-то часть он созидает материальное богатство, там, вот он укоренился, потом занимается так, огляделся вокруг, там, ну да, можно там еще что-то поделать. И потратив, я не знаю, сколько времени, он приходит к тому, что, ну, не в этом счастье, вот все равно для счастья чего-то не хватает.
Жалко этого времени, ведь скажите, какой-то алгоритм существует для человека, как подсказать вообще, как избежать вот этих ошибок, вот этих ненужных метаний, исканий? Алгоритм, мне кажется... Да, хотелось бы сразу, чтобы по пункту. Ну, вообще, конечно, смотрите, если вот говорить о том, чтобы самая, наверное, сложная задача, да, если человек даже осознает, мы все воспитываем своих детей, которые у нас растут. Соответственно, мы хотим ему передать этот опыт, наше внутреннее единение с Богом. Но, собственно, вот в некотором смысле здесь и заключается главная человеческая сложность, да, потому что человек познакомился с Богом, да, человек посетил божественную благодать. Но передать своего опыта единения с Богом он, к сожалению, не может, потому что это личная встреча всегда, это личное знакомство. И, как сказать, участникам своей личной встречи с Богом сделать кого-то и на словах ему объяснить, этого просто невозможно. Это надо пережить в некотором смысле. То есть поэтому это труд каждого человека в отдельности? Это, ну, и труд в некотором смысле, и в то же время это и встреча должна тоже произойти. Собственно, знаете, мне кажется, самое главное, одно из... может быть, главных причин вот этой встречи является человеческая искренность. Помню, у меня был друг, который, как сказать, искал Бога и спросил меня, я тогда тоже начинал только воцерковляться, он меня спросил, что для этого нужно. Да, он там читал Священное Писание, был более начитан, чем я. Вот я ему говорю, что мне кажется, важна главная искренность. Да, то есть искреннее обращение к нему, вопреки, возможно, своим каким-то личным убеждениям, да, чтобы совесть наша была как бы удовлетворена тем его живым исканием. И он мне сказал, тогда, наверное, я останусь неверующим. Да, и так он, время прошло, и что? Ну, я не знаю сейчас его судьбу, но, собственно, он искренне сказал о том, что он искренне Бога искать не будет, да, потому что он искреннего обращения к нему не желает. И, собственно, человек, который искренне желает найти Бога, Господь всегда на эту искренность его своим как бы явлением, присутствием его может удостоверить. Притом надо сказать, что Господь каждый раз встречается с человеком, удовлетворяя его собственные человеческие искания. То есть он как бы готов те его потребности душевные в максимальной степени удовлетворить. Вот помнится тоже вот это евангельское повествование о том, когда ученики Христа, апостолы, да, они были в основном своим рыбаки, и когда Христос встретился с ними, то он повелел им забросить сети. Да, и когда они забросили сети, то вот эта чудесная ловля рыб привела апостола Петра в такой шок, что он говорит, что, Господи, я человек грешный, выйди из меня, потому что мне, собственно, страшно с тобой здесь находиться. И когда они уже приплыли к земле, причалили, то в Евангелии сказано, что они оставили все, да, и последовали за Христом. То есть Господь максимально удовлетворил их ту земную как бы потребность, сказал, что вот вам все вот это земное я готов подать, но я нечто большее, чем просто вот это вот земное. И далее вот началась вот эта их жизнь апостольская уже. Отец Сергей, я вот хотела как раз спросить вас про евангельские притчи. Ведь это такой удивительный пример и образец всем нам, ну, как-то для подражания, может быть, вот то направление, которое было задано. Когда и Христос иносказательно, но очень поучительно нам повествует вообще, как надо себя вести в тех или иных обстоятельствах. Ну да, евангельские притчи, они вообще, они разнообразны, они поднимают разные темы. Поэтому, конечно, все они касаются духовной жизни. Да, конечно, они иносказательно повествуют о, собственно, той духовной реальности. Да, то есть Христос всегда, когда говорит, он обращается, с одной стороны, человеческое внимание к тому земному бытию, в котором человек находится, и в то же время как бы проводит некоторую аналогию с той духовной реальностью, которая также в этом мире присутствует. И через как бы пример вот этого земного он говорит им о небесном. Но, собственно, потом время притч тоже закончилось, и Христос и явно учеников своих уже наставлял в тех духовных реалиях, которые, собственно, пришел. А почему поначалу нужны были притчи? Все дело в том, что притча, она... чтобы, мне кажется, знаете, чтобы человеку оставить возможность оставаться неверующим. Да? Если человеку открыта явным образом божественная духовная реальность, то отказаться от нее будет значить, что стать противником Богу. Да? И в некотором смысле человек, который не желает явно
за Богом последовать, ему оставляется вот эта возможность. Да? То есть это выбор, некий выбор? В некоторой степени, мне кажется, да, это выбор. Человек, который, как Христос говорит, знал и не исполнил, будет бит много. Который не знал и не исполнил, будет бит меньше. Соответственно, через притчу Господь как бы привлекает людей к себе, но в то же время не раскрывает им вот этой вот, может быть, полноты. Но это мое частное мнение, я могу как бы здесь ошибаться, и со мной можно будет поспорить. Но в то же время, мне кажется, оно, ну, имеет место быть. И, собственно, Господь, зная человеческое расположение к нему, он не сразу как бы ему открывает вот эту вот полноту для того, чтобы оставить ему в том числе и возможность оставаться неверующим в него. Прости меня, Господи. Очень интересно. Отец Сергей, проявление благодати Святого Духа, вот примеры мы, ну вот в обычной жизни, наверное, мы не очень находим, но вот... К сожалению. Так, евангельские, священные писания. Священное писание, да. Ну, собственно, на самом деле, наверняка это есть и в нашей жизни, это духоносцы. И, собственно, наверное, если обращаться к каждой жизни конкретного человека, то мы все-таки можем найти примеры, и, собственно, каждый, наверное, человек может засвидетельствовать, что в этот момент как бы и моя встреча с Богом была, и в этот момент я как бы испытывал, собственно, переживание божественной благодати в своей жизни, да. И, собственно, самым ярким, наверное, и живым переживанием это является наша молитва. Собственно, молитва, она, с одной стороны, вот как бы тем же самым преподобным Серафимом Саровским, она и входит в число средств, через которые, посредством которых мы стяжаем эту божественную благодать. В то же время она и сама по себе является как бы именно показателем своего духовного присутствия. Батюшка Серафим называет ее величайшей силой. Да, в духовном присутствии нашей жизни. Вот, соответственно, вот это вот молитвенное расположение, когда мы молимся действительно, а не просто прочитываем слова молитв, когда мы, наш ум заключается в этих словах молитвы, когда сердце наше как бы откликается на эти слова молитвы и определенные чувства к Богу имеет, вот это, собственно, и, наверное, в некотором степени и является вот это вот откликом Бога на наше к Нему вопрошание, вопияние. То есть это опять разговор про искренность. Простите. Ну, наши молитвы, искренность нашей молитвы. Тут молитва, дело в том, что сама по себе ее, вот, божественная благодать, в чем ее особенность? Ее особенность в том, что она находится не во власти человеческой. Да? Человек может употребить все свои силы для того, чтобы приблизиться к Богу, свое желание искренне показать к Нему, свое намерение, положить там 100 поклонов и трудов, и молитв. Да? Но в то же время Господь властен. И подать ее или не подать ее относительно своего собственного на это ее разумение. И, соответственно, тут живая жизнь начинается, да, живое общение с Богом, то есть его человеческое искание. Есть у отцов такой образ, что Бог как мать по временам скрывается от любящего сына для того, чтобы он с большим как бы вожделением его искал и желал бы его присутствие, да, и по временам, соответственно, является. И вот, собственно, вот через явление божественной благодати в жизни христианина, наверное, вот и является вот это наше православное христианское воспитание Богом. Такое некоторое в смысле духовное, может быть, водительство. Но есть, конечно, на этом пути определенные особенности, да, и некоторые даже, я бы сказал, опасности. Вот святитель вот Игнатий Брянчанинов об этом особенно много пишет, что, собственно, православный христианин ни в коем случае не должен для себя ставить цель почувствовать и воспринять вот эту божественную благодать. Да, потому что, говорит, это прямой путь к прелести. Да, мы не должны почитать ее себя достойными. Да, мы должны как бы наше тело такое покаянного труда, смиренного, да, в осознании собственной греховности. Ну, ощущение себя недостоинства вот этого божественного посещения. И когда человек так себя устроит, то он в этот момент является наиболее как бы приятным для Бога сосудом, для того, чтобы для того, чтобы и в него именно сейчас вот эту божественную благодать и наполнить. Да, соответственно, когда мы чувствуем свое достоинство и как бы, что мы вот потрудились, Господи, смотри-ка, как фарисеи. Что-то сейчас как раз неделя мытарей и фарисеи. Да. Вот, то тогда, конечно, он становится для Бога не самым угодным.
отец Сергей, вот такое понятие, как богопознание. Вот как этот человек там к себе применительно? Богопознание. Богопознание, оно, собственно, наверное, знаете, вот как вот сегодня тоже у нас как раз память трех святителей, один из которых святитель Григорий Богослов, да, его называют богословом. И как говорят, что богословы — это тот, кто хорошо молится. Да, и, собственно, наверное, о святителе Григории Богослове это вот наиболее применимо. Да, что, в чем заключается вот его, собственно, личное богопознание? В том же самом труде, через стяжание божественной благодати, да, человек единится с Богом. И, соответственно, потом начинаются его какие-то такие уже мистические. То есть вначале, конечно, человек и христианин, он должен пройти вначале, ну, обычную такую христианскую жизнь через, ну, вот в монашеской среде это было через там, послушание, различные исполнения. Потом он переходит на уже такие духовные практики, духовные, да, на молитвенный труд. И в этом молитвенном труде он начинает как бы восходить на степени мистического такого созерцания Бога. Собственно, и познание Бога – это когда вот человек через единение с божественной благодатью как бы единится с самим Богом, и, соответственно, и те понятия о Боге, которые ему свойственны, он начинает как бы для себя вот через это такое духовное просвещение раскрывать. Но надо сказать, что, конечно, человек, степень человеческого единения с Богом зависит, конечно, с чистотой собственного человеческого сердца. Да, христианский подвижник, он, очищая свое сердце от страстей, он по мере своего как бы чистоты духовной, он и те божественные понятия усваивает в большей степени. Человек, он изначально создан по образу и подобию Божию, то есть в некотором степени он имеет сходство с Богом. Да, и когда человек согрешает, то этот образ божественный, он не исчезает, он онтологически ему присущ, но он замутняется. И, соответственно, замутненным он не может как бы Бога воспринимать в той изначальной подлинной чистоте. Но, собственно, само совершенство, оно процесс бесконечный, потому что Бог – бесконечное совершенство, и, собственно, процесс богопознания – это вот такое постоянное совершенствование духовное, вот, единение с Ним все более углубляющееся, а, соответственно, все более такие глубокие истины нам будут о Нем. Ну, нам, ну, вряд ли, конечно, может быть, но мы, по крайней мере, можем пользоваться теми трудами, которые святитель Григорий Богослов и там вот сегодняшние святители нам оставили о том, чтобы, собственно, кто такой Бог есть. Отец Сергей, вот до грехопадения Ева, Адам и Ева, они были наделены вот благодатью Святого Духа? Да, конечно. Но в то же время Адам и Ева, они также были призваны о том, что сказать, к определенному совершенствованию в стяжании ее они были также призваны. Соответственно, как у нас есть, учит православная церковь, соответственно, если бы Адам и Ева не согрешили, и все свое время они бы пребывали в послушании Богу, то в конечном итоге Адам, Господь бы позволил бы им также вкушать от древа познания добра и зла, то есть это бы древо было, то есть не плоху само по себе, да, просто они через это послушание показывали Богу свое, ну, как бы фактически намерение быть с Ним, да, единиться с Ним, и через это единение, через послушание Богу они вот возрастали в той же самой божественной благодати. То есть Адам был и совершенен изначально, то есть ему была присуща божественная благодать, но он должен был через прохождение определенного труда, так же, как и мы сейчас, только в большей степени, ну, он тогда в меньшей степени, мы сейчас в большей степени, вот являть свое вот это вот Богу послушание. То есть фактически Христос человека возвел на более высокую степень, чем был Адам. Да, Адам не имел такого обоженного состояния, как имел Христос, и к чему мы сейчас, собственно, тоже призваны. А может немножечко вот поподробнее про это, вот что это за состояние такое, не очень понятно. Почему вот Адаму, который наделен, которому Господь вот дал возможность жить в раю, он в подчинении ему животных сотворил? Адам и Ева это были людьми
свободными, соответственно, свою свободу они должны были еще призваны были реализовать. Да, реализовывая свою свободу, они в процессе должны были как бы дойти до, ну, правильно реализовывая свою свободу, они должны были войти на степень вот этого одухотворенности и обожности. Да, Христос это явил. В некотором смысле Он нас вновь нас примирил с Богом. И, собственно, человек-христианин, который проводит правильно духовную жизнь свою, соответственно, в некотором смысле... Ой, я сейчас заговорюсь, там, скажу, что он больше Адама, да? Но в некотором смысле он вот, имеет... Нет, я, наверное, это требует отдельного. Хорошо, это отодвигаем. Тогда мне еще один вопрос. Вот день Пятидесятницы, да, апостолы, mm-hmm. которые дожидаются явления Святаго Духа, вот и языки, которые сходят к ним. Это как раз благодать Святого Духа? Что да, это как было? Раз божественная благодать. Мы видим ее как бы явное действие на учениках апостолов, соответственно, на тех людях, которые... которых они впоследствии крестили. То есть первые века вот, по живости еще божественной благодати, может быть, по искренности обращения православных христиан к Христу, она явным образом себя запечатлевала на тех людях, которые ее воспринимали. Соответственно, многие апостолы заговорили на языках, кто-то запророчествовал сразу. Ну, вот как мы, собственно, молимся в молитве символа веры, когда и в Духа Святаго глаголшего пророки, то есть им с Духом Святым пророки говорили, кто-то разъяснял эти пророчества, вот, и другие, собственно, дары явным образом в христианской среде они распространялись. Вот, то есть в некотором смысле так и получается, что присутствие Божественной благодати, она выстраивает и душевную, и телесную природу человека. Да, она ее способна изменять. И человек, доверяющийся божественному водительству, он как бы вот и природу свою физическую в том числе. То есть он не только внутренне преображается, но и преображается вот его качество как физические способности. Да. Человек, собственно, к этому призван изначально. То есть мы, человеческая жизнь, она и тогда только присутствует по-настоящему человеческой. Что он это знаете, как я обычно сравниваю это с аквалангистами, да, прошлых веков, которые, погружаясь на дно каких-нибудь морей, они имели шланг, по которому поступался кислород. Собственно, вот это, наверное, и такая божественная благодать, которая, собственно, человека наполняет воздухом счастья и радости, без которой жить, собственно, он не может. Вот. И да, как-то так. Отец Сергей, вот у нас осталось 3 минуты, я хотела поговорить, ну, как бы подвести такой некий итог. Да? Мы говорили о цели христианской жизни, и все-таки вот там конкретно посредством, как вообще человеку обрести навык жить по-божьему? Навык жить по-божьему, это должно стать целью. Вот знаете, когда святитель Феофан Затворника спрашивает, бывает, он так емко отвечает, что вы для себя сделаете эту цель, вы сама цель для вас найдет определенное средство. Но жить по-божьему – это искать Бога, конечно, в своей жизни. То есть сделать угождение Богу главным смыслом своего бытия. Вот, и довериться. Но, собственно, да, главным целью. То есть Бог должен стоять в центре жизни, как говорил тоже вот блаженный Августин, что если Бог будет стоять на первом месте, то все остальное будет стоять на своем. Вот. И хотелось, конечно, тут о молитве тоже немножечко поговорить. Да, вот как средство достижения вот этой цели. Да, ну, это, наверное, требует отдельного разъяснения. Все является средством, если Бог становится целью. То есть, если есть правильная цель, то и средства, все, которые все эти ведут оно. Угу. Вообще должна быть у человека цель в жизни. Вот иногда некоторым людям они говорят, нам спокойнее, легче так жить, но вот как Господь нас к какому берегу прибьет, то там нам и хорошо будет. Да, цель она имеет, как сказать, когда мы имеем определенную цель, мы можем рассматривать свою. Движение, что ли. То есть, если у нас нет цели, соответственно, мы не знаем, к чему мы идем в конечном итоге. То есть, мы не знаем, как у нас совершенствуется наша жизнь. И, собственно, наверное, вот многие люди, православные христиане, 20 лет ходя в храм, понимая, что их молитвенная
состояние нисколько не улучшилось. Они так же, как рассеянно молились 20 лет назад, так же рассеянно молятся. Понимая, что в этом что-то нездоровое, они в то же время не могут как бы конкретно для себя объяснить, что же не так в жизни. И, собственно, конечно, для этого мы себя и поставляем. Собственно, если мы, это как, знаете, как спортсмены тоже, если у них есть определенный режим питания, тренировок, которые они для себя выстраивают и имеют определенные цели для того, чтобы показать какой-то результат, соответственно, и православный христианин также. Как спортсмен. Вот мне хотелось бы закончить нашу передачу, наверное, словами такого известного француза Анаре де Бальзак, который сказал, чтобы дойти до цели, нужно прежде всего идти. Да. Так что хотелось бы пожелать и нашим уважаемым телезрителям помнить об этом и не забывать о своей цели. Отец Сергий, спасибо большое за нашу встречу. Ну а с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся и говорим, как всегда, до свидания и до новых встреч.